студии Анастасия Иконникова. Здравствуйте! Новая рабочая неделя будет дождливой. По данным гидрометцентра, в понедельник, 12 сентября, пасмурно. Температура воздуха на протяжении всего дня будет держаться в районе 11 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 4 метров в секунду. Убывающая луна, спокойное магнитное поле. Атмосферное давление в норме. 744-746 миллиметров ртутного столба.